Екатерина Зыркова поет в вокально-инструментальном ансамбле «Рамонки» уже 5 лет. Маркетолог по образованию, девушка все свое свободное время посвящает вокалу. За время своего существования творческий коллектив настолько полюбился брестчанам, что в апреле этого года он получил звание «Народный». А участие в музыкальном проекте «Дебют с оркестром» принес для участников ансамбля еще одну заслуженную победу. Мы любим очень вообще совершенствоваться, в принципе, совершенствовать свою технику пения и как-то более сложные произведения петь. И такие мероприятия, они дают стимул именно для этого, чтобы, так сказать, новых вершин достигать. Кроме участников вокально-инструментального ансамбля «Рамонки», почтительные грамоты Константин Сумар вручил еще 18 представителям талантливой молодежи. Глава области подчеркнул, что данный проект можно по праву назвать «кузницей талантов», а потому развивать и поддерживать творческие начинания детей – необходимые условия для появления новых самородков на Брещине. Это действительно наш золотой фонд. Люди, которые в авангарде ведут своих друзей, своих коллег. Это те люди, которые делают историю нашей Беларуси и нашей Брещины. И, конечно же, пользуясь случаем, подводя итоги вот этого уходящего года, хочу выразить большую благодарность всем берестейским талантам, которые у нас проживают, за их способности, которые благодаря труду, работе над собой и целеустремленности превращаются в успехи и достижения нашей целом области. Музыкальный проект «Дебют с оркестром» – конкурс, который проводился на Брещине впервые. Изюминка этого мероприятия заключалась в том, что дети исполняли современные хиты и шлягеры прошлых лет в сопровождении духового оркестра. Для ребят, привыкших петь под аккомпанемент фонограммы, это уникальная возможность исполнить песню с многоголосым звучанием инструментов. В таком проекте я участвую впервые, и это огромная честь для меня, для всех участников. Мы очень долго готовились. Были долгие репетиции, и сегодня мы показываем свои результаты. Насыщенная праздничная программа концерта подарила гостям и участникам музыкального проекта «Дебют с оркестром» настоящий фейерверк эмоций и незабываемых впечатлений. А потому нет сомнений в том, что проведение данного конкурса станет еще одной доброй традицией и визитной карточкой Берестейского края. Я желаю всем нам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и, конечно же, желаю того, чтобы мы и в будущем году не теряли друг друга, встречались, вместе работали, вместе выполняли те задачи, которые перед нами ставит глава нашего государства, и чтобы еще не раз, может быть, и поругались, но по-доброму, по-хорошему мы все-таки говорили друг другу большое спасибо. С наступающим вас Новым годом, крепко вам всем здоровья, мира и добра. Виктория Драгобецкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.